Здравствуйте, девочки. Сегодня я хочу снять видео о своих пустых баночках. Это первое мое видео. Сразу покажу. Вот такой пакет у меня собрался. Вот. Баночек будет много. Так непривычно. Впервые снимаю про баночки. И знаете, так интересно. Вот передо мной планшет стоит. Я себя вижу здесь, а дырочка сама, вот куда надо смотреть сбоку. А мне же это интереснее на себя посмотреть. Ну ладно, не буду отвлекаться, потому что у меня баночек много, и я сейчас буду их показывать. Так, первое, что у меня кончилось, это стиральный порошок Дося. Вот он такой. Ну, хороший порошок. Очень экономный. Даже вот тут вот мудро написано, зачем платить больше. Действительно, зачем платить больше, если вот прекрасный порошок. Прекрасный. Я его постоянно покупаю. Он у нас в Диксе самый дешевый стоит. Следующее, что у меня кончилось, это было мое разочарование. Вот такие вот диски. Знаете, вот я в прошлый раз показывала вам видео, что очень люблю диски, когда они прострочены. Так вот, эти были не прострочены. Вот как я говорила, вот частями какими-то я вынимала. В общем, ужас. Такие не берите. Вот такие не берите. Надо брать и которые прострочены. Они не разваливаются. Следующее, выкидываю вот такую бутылку. Что она у меня в доме делает, я не знаю. Ничего по-русски нету, и главное, пустая. Муж принес пустую бутылку. Зачем в дом принести? Кажется, он говорил, в ней что-то разводить надо. Не помню. Ну, зачем пустые бутылки в доме? Значит, пустая не нужна. Чего-то хотел разводить. Зачем? Ладно, выкину. Следующее. Ой, девочки, вот это, как говорят, бомба. Это бомба. Такой гель для душа, вот прямо, ой, нюхала бы. Парфюмом пахнет, вот как будто духов налили сюда. Он такой маленький, мне хватило месяца на три. Очень экономила. Я его так экономила, вот буквально, вот прямо вот капельку какую-то. Сейчас уж ничего не осталось, даже не покажу. Вот прямо капельку какую-то капала на губочку. На пол тела хватало, дальше мыло. Ну, конечно, все равно пахнет только сверху. Ноги же я не буду свои нюхать, поэтому там я ноги мыла просто мылом. Вот. А этот экономила. Хороший гель для душа, просто шикарно. Хоть не смывайся. Ну, понятно, не смываться нельзя, потому что липкая же будешь. Вот. А сразу покажу, у меня кончилось и мыло, которым я вот мылилась. Вот такое банное. Вот такое банное мыло. Хорошее мыло, только единственное, вот когда я им лицо мыла, так стягивала. Сначала-то я обрадовалась, что так подсушивает. Ну, значит, морщинки-то, они же тоже стягиваются. И как бы можно с ними таким образом бороться. Но не тут-то было, не получилось ничего. Морщинки как-то они вот выделяться становились, не знаю. Ну, мыло кончилось, и я его измылила. А чем я боролась с морщинами, сейчас покажу. Вот такой крем купила. Тоже в ближайшем магазине. Вы знаете, он 24 рубля стоит. Интересно, что здесь написано. Тут как раз написано. Вот вам видно? Написано, сокращает морщину, устраняет темные круги. 100% натуральные масла. Для сухой и чувствительной кожи. Какой вот у меня была после бани. Сухая... А, вот сюда надо смотреть. Сухая и чувствительная. Я все на себя смотрю. Вот. Девочки, вот скажите, пожалуйста, зачем покупать за 1000 крема? 24 рубля. И тоже вот сокращает морщины. Вот. Мне понравилось. Вы как хотите, мне понравилось. Замечательное средство. Вот это тоже мое разочарование. Видите, он даже целый. Вот посмотрите, жидкий, как вода. Как вода. Называется корица какая-то. Это гель скраб. Знаете, как делала? Вот беру мочалку, беру гель. А он такой жидкий, он прямо бульк мимо мочалки. Вот ни разу на мочалку я не попала. Вот все время мимо. А, сюда. Все время мимо. Я не знаю, кто это вообще придумал. Как бы раз я намылилась. И так выкидываю. Не нужен он мне. Вот тут что пишут?
что тут пишут? Сейчас я посмотрю, что пишут. Пишут-то хорошо. О. Пишут хорошо, оказывает антицеллюлитный эффект. Содержит экстракты кофе. Так, способ применения. Вы знаете, тут интересно написано. Нанести на влажное тело. Вот, наверное, в чем дело. Не на мочалку надо, надо было на тело, наверное, лить. Тут же уже не промахнешься на себя-то когда. А потом уже, видимо, руками мочалками надо тереть. Ну ладно, я его оставлю. Я попробую. Я дам ему, как девочка одна сказала, здорово. Она говорит, я дам ему вторую жизнь. Или второй шанс. Ну, в общем, я тоже дам. Дальше. Вот такой шампунь кончился. Чистотел. От блох и клещей. У кота кончился. Ой, это вы знаете, девочки, такой замечательный шампунь. Кот сначала, конечно, очень был раздражен на меня, кусался, царапался, но потом сам осознал. Вот когда высох, сам понял, что шампунь замечательный. Почему? Шерстка гладкая, вот эластичная такая. Вот, ну просто вот хороший кот, ни одной блохи. Правда, блох и до этого не было, но неважно. Шампунь очень хороший, я рекомендую каждому вашему животному. Мыло своим. Однажды, вот этот, когда кончился, помыла своим и бальзамом, и масочку сделала. Вот нет такого эффекта. Все-таки я так поняла, что животные должны иметь свое. Свой шампунь, свои средства для гигиены. Дальше. Вот такой вот гель. Такой. Я его, конечно, измылила. Аромат такой вот, вот мужской какой-то аромат, девочки. И называется агрессия. И посмотрите, даже мужик нарисован. Ну, не знаю, аромат мне не понравился. Вот мужской какой-то. Опять я все туда смотрю. Мужской какой-то, не понравился мне этот аромат. Не покупайте, девочки, себе. Хоть написано нормал, ничего не нормал. Вот не нравится. Дальше закончились. Вот такие две шампуни. Знаете, что я хочу сказать? Вот это, она меня жирнила волосы. А вот это сушила волосы. А, вот так. А вот это сушила волосы. Но как вот в тандеме они очень хорошо шли. Я сначала этим намылю, смою, а потом этим намылю, смою. И хорошо, а потом уже бальзамы, масочки, вот это все накладывала. Ну, в общем, мне понравилось. В итоге мне понравилось. Что еще кончилось? Девочки, кончилась вот такая туалетная бумага. Упаковки не было, был пакетик, там 4 штуки. Я вам показывала, вы знаете, они эти, с ароматом. Я считаю, что лучше покупать без аромата. Почему? Ну, мало ли, аллергическая реакция какая-то будет. Ну, зачем вот для интимного средства делать ароматное что-то? Ну, мало ли что. В то время, как вот это у меня еще кончилось. Вообще рулонов было много. Я решила, что не надо же вот каждый его, да, вот собирать. Я вот взяла только последние. Вот это хорошее. Бумага жесткая такая, вы знаете, она даже вот, ну чего-то переработанное, какое-то дерево переработанное было. В общем, бумага мне это понравилась. Стандарт написано. Хорошая бумага, никаких ароматов, иногда там, правда, проплешины бывают, но не страшно, можно же несколько, ну, чего я все, о бумаге, ладно. Очень много в этом месяце кончилось вот таких вот платочков. Ой, у меня был насморк, у сына был насморк, сейчас муж болеет, поэтому платочков, вот, не платочков, а вот упаковок, очень-очень много у нас было. Тоже не стала уж собирать. Зачем все показывают? Знаете, девочки бывают показывают одно и то же. А зачем? Незачем. Правильно. Даже немножко осталось. Это, знаете, такая полоскалка для рта. Не всегда же зубы чистишь. Вот утром почистил, вечером почистил. А днем можно вот этим вот прополоскал, кофе попил, прополоскал. Я у девчонок увидела. Я раньше не полоскала. А потом у девчонок в роликах увидела и тоже купила. И теперь тоже полощу. Как попила кофе, сразу полоскать. Вот. Понравилось, нормально. Кто еще не полощет рот вот после еды, пожалуйста.
Вот. Дальше выкидываю. Ну, посмотрите, девочки, вот выкидываю мочалку. Почему я ее выкидываю? До Ютуба я мылась летом каждый день, а зимой через день. А теперь-то, видите, как получается, надо много заказывать, много покупать. Я вообще теперь каждый день. Вот, каждый день я теперь же хожу в магазин, и прямо у меня утром теперь сначала помыться надо. Ритуал у меня. Утром я моюсь, потом я иду в косметические магазины в нашем районе. Скупаю все, что там новинки, может, какие привезли. Я уже знаю, в каком магазине, когда привоз. Потом иду домой, моюсь, дневной ритуал у меня, мытья, потом там натирание, втирание, всякие маски, массажи, там опять макияж делаю. И после обеда я иду уже далеко, в дальние магазины, там в те дни, в каком, когда привоз, тоже смотрю новинки, покупаю. Ну, к чему я это все? Когда моешься 3 раза в день, а то и 4, видите, что происходит... А, я все забываю. Видите, что происходит с мочалкой? Может быть, конечно, перешить как-то ее вот покороче сделать. Так вот, я вот уже думаю, обрезать, да, можно вот обрезать. И, наверное, я так и сделаю. Я ее не буду выкидывать, не буду, пускай. Дальше. Знаете, что это такое? Это сухой шампунь. Вот когда я, бывает, днем не усну, надо же мне потом опять идти на улицу. И днем-то голову-то... Не надо же мыть. Ну, зачем? Я вот этим средством пользовалась. Девочки, я не знаю, будет видно на мою камеру или нет, но я вам сейчас покажу. Вот надо вот так заболтать. Вы видите? Белый налет. Я поняла. Это средство для блондинок. Брюнеткам не подходит. Я попрыскаю, а он потом вот прямо белый, как снег. Белый, как снег, прямо на голове остается. Ну, не знаю, зачем. Надо же так было написать, что для блондинок. Оставьте на 2 минуты массирующими движениями, распределите по всей длине. Тщательно расчешите волосы. А, тут надо было... Я-то думала вспрыснуть, как лаком, и пойти. Нет, надо было расчесывать. Но все равно ужас какой-то. Нет, мне такое не надо. Это блондинкам. Нашла в ванной комнате вот такую штуку. Там есть, там есть. Года 4 назад еще в каталоге они были. В Эйвоне. Срок годности кончился 5 лет назад. О, раритет. Ну, выкину. Нечего. В доме грязь нечего держать. Ой, девчонки... Вот это вещь. Вот это, девочки, вещь. Это знаете что? Ну ладно, не буду открывать. Это крем для тела. Такой классный тип. А, особенно, знаете, вот, девочки, вот после вот этого, вот это, толстым слоем намазываете, прям всю себя намазываете толстым слоем. И через 2 минуты смываете, и тело прям как у младенца. Не смотрите, что большая. Мне ее хватило чуть больше недели. Быстро. Так кончается быстро, не знаю. А вечерами я, знаете, уже лицо обрабатывала, область под глазами. Ну, что там необходимо, то и обрабатывала. Много кончилось влажных салфеточек. Очень много влажных салфеточек. Я все время покупаю антибактериальные, потому что, вы знаете, то в магазин зайдешь, там руками за все берешься. Я прям вот как куда захожу, за что-то берусь, и потом сразу салфетку достаю, вытираю руки. Очень, я очень брезгливая, очень. Так, что еще? Кончились у меня духи. Эту бутылочку я не выкидываю. Сейчас объясню, почему. Вот, посмотрите. Видите, это чудо-бутылочка, она открывается. У нас появился недавно магазин, называется «Духи на разлив». И я каждый раз прихожу с этой бутылкой, там бутылки дорогие, ихние. И я со своей прихожу, мне там сколько я куплю, столько и нальют грамм.
И каждый раз я беру разные. Вот в этот раз у меня кончились 585 номер. Но если у них спросить, они обязательно скажут, там чего только нету, Дольче Габбана, а потом черное платье было, вот этот вот Шанель, ну, в общем, много, много. Там все, что есть, вот крутое, там есть, только они, единственное, по номерам, и вот у них такие вот большие стоят 5-литровые канистры, они оттуда наливают, и вот каждый раз разным запахом там брызгаешься. Мне нравится. Не бреет. Уже не бреет. Хватило месяца на 3. Правда, в последнее время так скребла. В магазине были розовенькие и голубенькие. Я решила, что так как я брюнетка, мне нужна голубенькая. Розовенькие – это блондинка. Вот. Куплю новую. Зубная паста кончилась. Что вам сказать про нее? Ну, написано хорошо, но просто чистили. Просто зубы чистили и все. Вот, кончился вот такой вот, как это называется, интересно. Знаете, у меня на кухне стоит блендер, вот я запомнила. Этот бьюти. Бьюти и вот блендер, как на кухне. Знаете, мне подруга говорит, что ты его не моешь? Девочки, скажите мне, зачем его мыть? Если я его сразу испачкаю, он же для тонального крема, вот в тональном делать. И поэтому я не знаю, зачем его мыть. Вот я его попользовала полгода, выкинула. У меня сейчас в Китае еще партия едет. Буду снова пользоваться новыми. Дальше. Это крем для рук. Видите, я экономный человек. Я не буду выдавливать там. Вот если не выдавливается, выкинуть. Зачем? Можно отрезать пополам и вот еще доскрепсти. Вот смотрите-ка, не догребла. Вот еще есть. Не экономно. Вот, видели? Еще есть. Мне этот крем не понравился. Он такой жирный. Такой жирный, девчонки. Но дело в том, что в этой компании была акция. Купи 10 по цене 9. Я и купила. У меня еще 9 в запасах. Буду пользоваться всеми средствами. Буду пользоваться. Ничего не поделаешь. Раз купила, надо пользоваться. Дальше что кончилось? Вот это. Вы знаете, я так обрадовалась, в магазине увидела кисть Кабуки. У всех есть, у меня не было. Купила. И знаете, вот, она стоила вот около 40 рублей. Я так обрадовалась, а она жесткая. Она такая жесткая, прям вот, что за Кабуки такая? Выкидываю. Мне муж говорит, что это вообще какой-то помазок. То какой-то помазок. Я же видела у девчонок в видео. Вот такие вот кабуки называются. Я тоже купила помазок. Ерунда какая. Выкидываю, девочки, вот такой вот. Посмотрите, какая красота. Еще фирма крутая. Может, даже не выкину. Может, даже не выкину, конечно. Я вам сейчас покажу. Если выдавлю. Вот, видите, какой он блеск-то. Он прямо черный-черный. Вот. Ну, я не могу таким пользоваться. Я слышала вообще, вот кто знает, подскажите, девочки, мне вот там внизу напишите, кто знает, есть такие группы по обмену. Я готова поменяться. Сама-то я люблю, вы знаете, перламутровый, нежно-розовенький. Если вы готовы поменять, посмотрите, какая красота. А какой красивый дизайн. Если вы готовы поменяться, я да. Я сама люблю фирмы, какие бывают. Забыла. Виктория Шу есть. Ну, мне вот люкс. Вот. Я люблю люкс, потому что я видела, у девочек хвалят. Вот. Ладно. Когда мне было 16 лет, я себе купила вот эти тени. Я ими до сих пор пользуюсь. Руби Розе. Руби Розе. Красивое название. Но мой любимый, видите, кончается. Они раньше пахли вкусно, а сейчас каким-то чем-то порченным пахнут.
придется расстаться, но так жалко, столько еще тут теней. Вот тут написано срок годности до 2005-го. До 2005-го. Ну, наверное, уже, наверное, нельзя, да? Я думаю, уже, наверное, нельзя пользоваться. Мало ли чего. Я брезгливый человек, я не могу. Вот если написано, что уже нельзя, я не буду. А чем мне вытереть? Рука теперь грязная, некрасивая. Еще кончилось, девочки. А что у меня кончилось? Вот я знала, надо было подписать. Чего тут было-то, я не помню сейчас. Ну, я думаю, вот, наверное, оно мне понравилось. Ведь нет уже внутри того, что я там купила. Значит, понравилось, использовала. Девочки, вот и все. Вот это я не поняла, что тут делает. Avon. А, нет, Avion. Вот, видите, название. Думала, Avon написано. Говорю, какие спички. Что они тут делают, я не знаю. Это, наверное, муж перепутал с мусоркой. Вот говорила же, что в спальне на туалетном столике... А, сюда. В спальне на туалетном столике это мой пакет, там, бьюти-помойка. А муж, смотрите, что сделал. Взял вот и как в мусорку бросил. Ну, так же нельзя. Это тоже не знаю, что делает. Хлоргексидин. Это у меня сын болел. Я ему вот... Использовала горлышко, полоскали там или что-то полоскали, в общем, нужно было. А вот это мне так жалко кончилось. В подарок шла. С каким-то заказом шла в подарок вот такая туша. Посмотрите, она уже... А, не так вот, девочки, вот так показывают. Вот, вот так показывают. Она сначала все осыпалась у меня. В начале полгода-то она хорошо красила, а потом стала осыпаться. Но я брала с собой всегда зеркальце, смотрелась это, стряхивала. И можно было носить. А сейчас уже, ну, вообще, вот даже на ней туши нету. Неэкономная. Вот около года ей, вот какими-то комками тут засохшими вылазит. И все. Придется расстаться. Нравится она мне, придется расстаться. Девчонки, посмотрите, пакет пустой. Вот правда, вот все кончилось. Надеюсь, вам... А, подождите, вы сейчас сразу-то не выключайте. Тут вот, не помню я, с этой стороны или с этой, есть вот один вот так, другой вот так. Надо нажать вот так. Потому что, знаете, вот я смотрю, просмотров много, и все, как кончилось видео, и побежали к следующему. Надо сначала нажать вот так. Человеку приятно, и вам хорошо. Надо же, ну раз уж посмотреть, надо обязательно. Вот так это нельзя нажимать. Почему? Во-первых, это означает, что вам не понравилось. А как может не понравиться то, что человек старался, вам рассказывал, вот это вот все копил. Вы думаете, легко мыться 3 раза в день и этим всем натираться, чтобы потом вам рассказать? Нелегко. Поэтому надо нажимать вот так и обязательно писать комментарий. Может быть, у вас запросы какие-то. Может быть, макияж мой понравился, как я выгляжу понравилось. Я, между прочим, вот сегодня даже и волосы уложила. Вот. Мужа из дома выгнала с ребенком погулять. Говорю, идите гулять, 3 часа. Потому что мне нужно сосредоточиться, настроиться. Ну вот, видео-то не так просто показать. Вот, ну, наверное, все, эти баночки мои кончились. Жду ваши комментарии. Вот это вот обязательно. В инфобоксе будет очень много полезной информации. На прошлые видео ссылку дам. И еще самое-то главное. Мы с моей подругой Викторией Коробовой решили сделать это же видео совместное. Я показываю баночки пустые, а она хочет показать свои покупки. Вы думаете, это неинтересно? Это очень интересно. Мы с ней такие, ну, похожие. У нас такие характеры похожие. Мы с ней, в общем, как 2 сестры, мне так кажется. Вы обязательно зайдите. Я ссылку на ее канал, вот не знаю, как это, в общем, внизу где-то напишу, там вот... Я знаю, это инфобокс называется, где можно там вписать что-то. Вы зайдите на ее канал, но посмотрите обязательно. Я уверена, что она вас просто удивит и поразит, какие она умеет покупки покупать. Это же тоже талант нужен, чтобы правильно закупиться в магазине. Вроде все рассказала.
Ну вот главное запросы. Мне нужны запросы. А то бывает, сидишь и думаешь, ну снять хочется, а что снять не знаешь. Поэтому запросы оставляйте, девочки. Всем пока. Люблю, целую. Ваша Ланг Светланка. Тут где-то дырочка.